Председатель комитета по делам гражданского общества Лия Галимова с рабочим визитом прибыла в Осакаровский район Карагандинской области. Член республиканской информационно-пропагандистской группы встретилась с активом района, где разъяснила все важнейшие аспекты послания президента народу Казахстана, а также обсудила насущные вопросы жителей сельской местности. Учителя, медики, воспитатели детских дошкольных учреждений и молодежь. На заседании собрались все те, о ком в своем послании президент говорил больше всего. Все они хотели узнать, как в ближайшем будущем изменится их жизнь и какие меры будут приниматься для увеличения их благосостояния. Актив видит реальные меры, которые сегодня предпринимает государство по реализации послания главы государства. И видит, что эти мероприятия, они направлены прежде всего на улучшение их качества жизни. И поэтому есть позитивное восприятие. Ну и сегодня все участники были настроены активно включиться и приступить к реализации послания. Вместе с тем Алия Галимова отметила активность молодого населения Осакаровского района. Глава ведомства выразила уверенность, что местная молодежь внесет свои предложения к плану тех мероприятий, которые будут реализовываться в рамках года молодежи. Для нас очень важно, что глава государства объявил следующий год годом молодежи, и понимаем весь груз ответственности, возложенный на нас. Мы с большой радостью будем выполнять и двигаться в направлении поручений нашего президента. Численность населения Осакаровского района более 33 тысяч человек, 8 тысяч из которых – молодые люди. Если в Казахстане в мире и согласии проживают представители 130 этносов, то только в этом районе их более 80. В основном население занято в сфере промышленности и сельского хозяйства. На территории района также имеются два градообразующих предприятия. Николай Путилин, Ерлан Наурзбаев, Самат Албакыр, Хабар-24, Карагандинская область.